Здорово всем. Блять. Эту тему ломаю. Долгий подрочист, здравствуй, блять. Отлично ты залетел на начало стрима. Все, будет минимум 30 видосов за месяц. Спасибо тебе большое за переломы двух рук. Хотя можно ли благодарить за такое? Я до сих пор так и не понял. 30 видео в месяц. Маловато будет. О, блядь, шея, нет, шея, живи, пожалуйста. Блять. Слушай, найс сначала, брат. Спасибо огромное. Это уже плюс нарезка, чисто за сколько? За 3 минуты стрима? Хорошее начало, слушайте, мне нравится. Да я тоже не против. И все-таки, дайте мне, пожалуйста, доехать туда, куда нужно. Водить больно. Угу. Это что из-за ивент был? Вот только что это перелом двух ног. Во-первых, руки поломаны, шея и две ноги. Ну, получается, почти экзоскелет. Я вообще не ожидал, ну, типа... Думал, сегодня зайдем, поиграем на спокойничах, как вчера. Не душить бы. Ну, не душить бы, да. Ну, у меня 40 тряпок, так что... Души, не души, я все равно выживу. Или душить. Та души, конечно, блядь. Я все равно выживу. Мне все равно надо раздупляться, я сижу вот такой вот. Блять, я аж, сука, чуть монитор не посыпался. А что, как я зацепил? Я не зацепил, я от ковриков оттолкнулся, блять. Оттолкнул монитор. Очень-очень страшно. Вдупляешь? Да не вдупляю, а раздупляюсь. Это другое немножечко. Почему папич такой страшный, не знаете? У меня есть по этому поводу песня. Не знаю, найду ли я ее. Добро пожаловать на сервер Шизофрения. Примерно так это сейчас вот выглядело, блядь. Долгий подрочист, но ты даешь. POV Макс после каждого крика вообще сердце. Не, уже не болит, потому что я на успокоительных сейчас в последнее время. В реальной жизни нет. Пиво в реальной жизни считается депрессантом, поэтому нет, спасибо. Всегда можно летнюю печальку включить. Не, летняя печалька как раз таки с АП, как оказалось. Причем с АП, которая прям душит знатненько так. Сколько модиков стоит? Меньше, чем у тебя, поверь. Если ты новичок, значит меньше, чем у тебя. У меня нет дикого желания меряться количеством каких-то модов непонятных. Не считаю это крутым, скажем так. Немного. Около 20. Они разнообразие добавляют другое, то в дефолт игре практически пусто. Ты в этом уверен, что в дефолт игре практически пусто? Вот, а то, что у тебя 398 часов и у тебя 170 модов, ну лечись. Лечитесь все. Ты еще толком игру не знаешь, а ты уже наебенил модов. Брита, броня. Ну, все ясно. Короче, можешь даже... Вот ты написал про Бриту, мне, ну, можно даже ничего даже не рассказывать больше. Брита, броня только ради леггинсов Adidas. Я... Вадюх, понимаешь, когда ты это слышишь один раз, это еще норм. А когда вот конкретно ты это уже пишешь третий или четвертый, ну, уже, блядь, надоедает. Ребята, у меня 1000 модов, каждый предмет с Бритой по отдельности. Ну, прикинь. Лодло охуеет. Что я буду... Дратуки, проголодались? Поешьте. Давай поедим, спасибо. Ему я не дам вилками драться, сами деритесь вилками. Вилками нужно открывать двери металлические. Ждешь NPC? Нет. Знаешь, когда я ждал NPC? Это был 2000... Я вспомнил. 2013 год, у меня была практика летом. И я читал на сайте The Indie Stone на форуме анонс того, что они начали заниматься NPC. 2013 год. Спасибо, Олег. 250 зомби заспавнил человек, если что. И вот это был 2013 год, они анонсировали NPC. И с того момента они все их делают, понимаешь? NPC могли добавить в виде генератора квестов и мини-городов для продажи и встреч игроков. Это уже будет не зомбоид. Когда ты играешь в одиночку, ты чувствуешь одиночество. Одиночество, тлен того, что тебе никто не поможет, блядь. Надеешься только лишь на свой скилл и на удачу, скажем так. А в мультиплееру ты просто можешь по рофлу с пацанами пойти взять сковородки и пойти отъебашить какой-нибудь ТЦ сковородками. Странно, что в игре нет книг по огнестрелу. Не, по огнестрелу книги нужны, но по перезарядке, допустим, как забивать правильно магазины, буквально журнала было бы достаточно. Мне кажется, наоборот, навыки, которые требуют чисто физухи, пусть будут без книг, ёлы-палы. Не, Олег, ну, блять, как правильно качаться к литературе, что же, ну, хватает? Литература накладывает еду, вот и думаете. Типа того, да. Блять. Надо убегать.
персонаж садится на картину. Ой. Когда крутит живот. Пора бежать. Пора бежать. Дайте мне 3 минуты. Спасибо большое. Если очень интересно стримит, почаще бы. Я могу тебе картинку скинуть, будешь просто сидеть под музыку смотреть. Гана уже пора сливать. Почему? За что? Почему убежал? А как где они, кстати, работяги-то? А, во, бля. Я успел убежать от них. Я могу тебе скринов со списком перков прислать, сделаешь меня, чё уж. Ну окей. Ну когда этот умрет, тогда и сделаем. Крестьянин не с копьем, но с вилами прогресс. Бля, да. Ровно 30 патронов усадил. Нет фонарика там? Да как нет? Посмотри на модельку оружия. Фу, нереалистичный ствол. Красивая цифра. Делайте ваши ставки. Что, я нажимаю? Ну, цифры сходятся, получается. Нет. Блять, кто в здравом уме будет персонажу понижать навыки в ноль? Еще и такие, блять. Сила с фитнесом тоже на ноль, Шама, да. В том-то и весь и прикол. Работает. Блять. А где? А где они работают? А, вот вижу их. А чё ты их не убиваешь? В смысле, что с тобой? Ебать, что с ним? Блять, подожди, перелом шеи, алё. Ты что, ебанутый? Что с тобой? Кисонька. Держись, блять. Что с ним нахуй? А я даун. Ебать, я тупой. Ебать, я даун. Бля. Вот что произошло. А, я даун. Ебать, я тупой. Ебать, я даун. А я думаю, я стреляю. Чё он не может убить, блядь? Пиздец, Олег, ты шо, сумасшедший получается? Играем за папища, ну, блядь. Ого. Ну, пауза, конечно, не в очень лучший удобный момент. Ну, блядь, это было уже ожидаемо. Ага, у меня нечем перелом. А, шина, подожди. Шина есть чем. Тише, блядь. Тише. Стоять, сука. Не, ну все. Почему, когда я... прожимаю, беги влево. Ты еще решил ноги доломать ему. Пиздец, Олег, дай боже тебе здоровье, ёбнешься. Почему, когда я нажимаю беги влево, этот ебанат разворачивается вправо, а потом разворачивается влево? Работает. Да это уже ж не надо, Олег, ты что? Куда? Ты еще б хилку, блять, ему закинул бы сейчас. Прошу обратить внимание, он не стал зомби. Ебать, еще и посмотрите, цветы принесли ему. Типа, мужик, ты достойно сражался. Вы видите, с цветами лежит, блядь. Цыган, ты мне был почти как брат, блядь. Да он там быстро персонаж умирает. Папичем. Так оно типа логично. Когда персонаж сверхразум, он живет пиздец как долго. Был цыганом, но умер человеком, да, умер не зомби. Ну что, кого будем создавать? Олега? Вожатый, это ты? Ты вожатый? Не верю. Вот тут не верю. Вожатый Олег? Первая помощь, рыбалка, собирательство, шитье. Кстати, охуительный перк на долгосрочное выживание. Ага, ездоги сидит в дискорде, кстати, прошу заметить. Ладно, куры Эмили и райдеры я, ну типа, я прощаю. Это ладно, но доги, блядь, сидит просто в дискорде. Все запомнили этот момент, да? 37 очков. Ну, четвертый фитнес и пятая сила. Блять, ну шестой фитнес, ты серьезно, ты мазохист, нахуй. Нет, это не Олег. Вот Олег, почти угадал, блядь. Выглядит как дефолтный айтишник, да? Ну, в принципе, оно так и есть. Это было легендарное убийство, конечно. Так, и где мы... А мы, по-моему, в этом. А где стартуем, пропустил. Так вот я сейчас сам задумался, типа, а где мы стартуем? Сейчас по интерьеру дома, Вестпойнт. Интересно, как бы ты его отыграл, кого? Вот этого персонажа, так ты сам все увидишь. А тут? О, милаха все пропустила. Хи-хи-ха-ха. Так, не забываем про фитнес галимый и про силу галимую. Чтоб было. Бля, Мишань, спасибо. А они очень нужны, хоть и начало игры, но игла и пинцет очень нужны всегда. Спасибо огромное. Так, ну вот за школу тут, как обычно, будет миллиарды, блядь. Блядь, как же он выдыхается, ебать. Олег, кто ты создал? Макс, ты же понимаешь, что Олег теперь никогда не умрет, только если он сам этого не захочет. Почему? Слушай, Слипи то же самое говорил, что у меня персонаж никогда не умрет. Насколько хватило его персонажа? Когда гибрид еще просто стало, блядь, ну, типа, принципиально, чтоб он умер. Сколько персонаж игровых, блядь, он меньше игрового дня прожил. Я вот буквально вот до сюда где-то и добежал от школы. Классика, блядь. Это что это? Армейская сумка? Ай, пожарный топор и армейская сумка? Это сразу мне? Кусочек печени чей-то несет, да? А, просто кусок мяска. Путь к трем кибиткам работаем? Не, в три кибитки не пойду. Работаем.
Не понял сейчас. Почему? Я хотел жить. Милаха пишет, больше не будет, работаем. Эх, черт. Все еще работаем. Бля, сейчас вертолет же их все равно сюда притянет. Что ж ты так устаешь быстро, родной? Оно живое. Кстати, а вам не кажется, что персонаж похож на постаревшего Томми Версетти, блядь? Или Томми Версетти хипстера? Или Томми Версетти айтишника? Специально сейчас было вот это все сказано, чтоб Олег такой: уа! Почему ты меня называл престарелым? Вы видели зомби на умничах? Подождал, пока я, блядь, ударю еще раз, и остановился и пошел дальше. Глянь-ка, мы как бы зашли в убежище, да? Ну, топоры и кукри это ладно, а картечи нет. Есть собачий корм, но доги еще не дам, он не заслужил. Монтировка, две кочерги. Бля, кочерга, конечно, оружие победы то еще. Я ебал монету, настолько не жалко денег, кто решил не покупать айфон и дропнул проджектору. Чего, блядь? Мамонт обыкновенный, я тебе сейчас кое-что покажу. Не знаю, зачем ты считаешь чужие деньги и вообще. Я тебе сейчас кое-что покажу, сильно там не гори. Потому что это как бы, ну, такое. На паузу можешь поставить, я не знаю. Фераста красивое число, да. Вообще такое только снится. Бля, слышал недавно рофл про папича. Короче, представьте, что продавцы узнали, что папич ходит закупаться только к ним и реально поставили там 50 тысяч долларов за сушки, ему реально денег хватает только на еду. Бать, я выпал с этого. Выкупить весь сок, который папич любит, и продавать с наценкой 1000%. Чувак купил, короче, упаковочку сока, там 6 баночек, что ли, блять, может быть. Может быть, пацан реально потратил, блядь, все свои карманные деньги на месяц, которые там, и видос записал, типа, вот выкупил весь сок в Виннице, как жаль, и папич сидит просто с невозмутимым лицом такой, жаль, что ты дышишь, блядь, из-за сока ему жаль, что он дышит, блядь. Бедная бабушка папича, которая хоть почти ищет сок своему внукичи. Да не, ну я не думаю, что уже бабушка там ходит. Очень классная вот здесь кибитка. Знаешь, было бы круто, если бы примерно вот такая вот кибитка, она была бы не здесь, а где-нибудь вот здесь в Вестпойнт, а здесь было озерцо, да, и здесь эта кибиточка была бы, блядь, топовейшее место для жизни было бы. А что за папич какой-то, кто это? Ой, Олег, лучше не вдавайся в подробности. Человек-мем, скажем так. Ебать, ты чё, совсем? Видимо, совсем. Ой, блядь, ой, блядь. Рваная рана, но это хуйня. Но правое плечо плохо. Олег, вот этот вот за 666, ты ж видел. Это и есть папич, который орёт. И который за 8888, ебать, я тупой, ебать, я даун. Это и есть папич тоже. Ля, очки потерял, очки надо вернуть. Что-то я слишком плотно в чате сижу, наверное. Очки надо будет вернуть. Бля, надкусили штаны. А как штаны умудрились-то надкусить? Мне катана? Так, это дурочки сбежавшие. Не успели довести. Чудик с пушкой помер. Дом чудика с пушкой. Чудик с пушкой. Так это же буквально я. Жопа с таким фитнесом, конечно, тогда. Чувствуется разница, да, когда играю на десятке и когда... Это мне сила десятая? Уф. Родилась на глазах, видели? И фитнес десятый тоже мне. Шанс на выживание был поднят примерно на 39%. 39.94%, вот. 34 килов, отсылка, хихи. Так это же количество хромосом твоих, кектус. Значит, ты шо? Да за шо? Да я ж шучу, кектус, я ж любя. Мы захватили всю карту, вот добивают зомбей на фермах. Это неправда. Что ты там мог захватить, Ктулха? Чатик. Группа активистов, придуманных ЦРУ, чтобы ослабить влияние агента Сингл. Ослабление влияния путем отвлечения. Отправка сообщений за большим количеством слов для убийства персонажей в игре. Да, это правда. А во всем, как всегда, виноват Ктулха. Пожарные вилы в небо. Зажигалку, спасибо. Пожарные вилы в небо, сейчас. А есть тут, кстати, команда там что-то типа поднять руку? А, вот. Ну, как-то так. Не надо тут грязных инсинуаций. Что за слово такое мерзкое, инсинуация? Я не понимаю. Поклёп, ложь, лжесвидетельствование. Ух, нихуя себе. А ты-то откуда такие слова знаешь? Ты же военный. Ктулха такой сидит, блять, я тебя захуярю. Я умно и жижа. Ну, это да. Мне мама всегда говорила, что я умный. Ленин доуправлялся, Гагарин долетался, я допизжусь, получается, скоро. Самые красивые интеллекты у меня самые витиеватые. Еще и слово витиеватые выучил. Ты точно Ктулха?
Мне мама говорила, пиздуй в 3 кибитки, сын, и будет тебе счастье. В этом есть доля правды. Но главное не закончить, как вот эти двое ребят. Не оказаться на полу мертвым с дыркой в башке и с пистолетом М9, в котором в стволе нет патронника. В стволе нет патрона. Патронника. Всю шутку испортил. Анекдот наисвежайший? А давай. Скачаем Morgan Opener. Появился как-то в зоне черный сталкер? Вот этот анекдот. Тулха, ты ж только этот знаешь, насколько я помню. Черный юмор, как еда в Африке, не до всех доходит. Мда, я уже сыт по горло этими шутками, тупо затопили весь чат. Меня похитили. Внимание, анекдот. Проснулся, как то мужик, смотрит вокруг все розовое. Прям все. Пошел в магазин мужик, а там синий человек. И шо? И шо? А там синий человек, блядь. Вот. Такой анекдот. А шо, не смешно? Смеемся, блядь, чат. Конец анекдота в OnlyFans. Точка. Спрашивает у него, а почему все розовые? А тот отвечает. Так я из другого анекдота. Аха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 . Мне плохо стало, блядь. Это вот настолько хуёвый анекдот, что аж плохо реально. Аж молочка захотелось попить, блядь. Симмер, спасибо за озвучку эмоций зрителей, да. Тулха, респект. Если бы не ты, я не знаю, мир был бы в 1000 раз хуже. Потому что только ты знаешь, где искать самые хуёвые анекдоты, блядь. Ты только не расстраивайся, у тебя обязательно получится все в следующий раз. Так плохо, что даже хорошо. Так в том-то и дело, что, ну, знаешь, есть просто плохие шутки, а есть... Плохие шутки настолько, что это даже хорошо, реально. И нет говна, этот анекдот прекрасный, да. Это да. Так, ладно, что мне вообще хуёвит. Заходите в Дискорд, кто этого еще не сделал. Мы увидимся с вами уже завтра, получается. Ладно, все, всем удачки, денег, удачи. Всем пока, обнял, приподнял. Увидимся.